Готовимся к лету в условиях санкций для России, но в Норвегии. Коммуны принимают решение по использованию воды в течение летнего периода. И на примере Осло мы сейчас рассмотрим, что же предлагается. Водоснабжение Осло уязвимо, ну, в данном случае, потому что мы смотрим Осло, особенно во время длительных периодов засухи. Это пока не критично, но если в ближайшее время осадков не будет больше, то водохранилище продолжит опускаться, то есть обнуляться. Тогда мы должны ввести более строгие ограничения в использовании воды. Мы хотим избежать этого. Некоторые уже начали. В муниципалитете Осло мы уже сократили потребление воды. Мы используем гораздо меньше воды, чем обычно. На весеннюю уборку улиц и тротуаров. Мы отказываемся от ежедневной промывки улицы Карла Йоханссена. Это улица, ведущая к Королевскому дворцу. Мы не моем автобусы так часто, как обычно, и оставляем несколько городских фонтанов сухими. Присоединяйтесь. Экономия воды полезна для окружающей среды и вашего кошелька. Есть много веских причин для экономии воды. За водой, вытекающей из крана, скрывается много работы. Производство чистой воды требует использования химикатов, электричества, другой энергии. Доставка воды к дому требует больших затрат энергии. Большая часть воды, которую мы используем, нагревается. Поэтому снова нужна энергия. Если вы экономите на горячей воде, вы также экономите на счетах за электричество. Ну и дальше примеры, сколько, вот, например, если вы принимаете душ, используете около 12 литров в минуту. Сократив время с 10 до 5 минут, вы можете ежегодно экономить 22 тысячи литров воды. И так вот по всем пунктам. Что можно сделать? Скорее всего, что вам это тоже может помочь сэкономить и в России тоже. Хотя я вот слышала, у меня вообще есть на телевидении каналы отдельно по регионам. То есть я знаю, что в Томске творится, я могу включить Крым. Есть канал Москва, где показывали, что они приводят в порядок, ну, также улицы и моют памятники всевозможные. Итак, что вы можете сделать? Принимайте более короткий душ, выключайте воду, когда наносите мыло и шампунь, не открывайте кран во время чистки зубов, используйте эко-программу в посудомоечной машине, сохраняйте белье до тех пор, пока стиральная машина не будет полностью заполнена. Используйте маленькую кнопочку на унитазе, когда спускаете воду, поставьте кувшин с водой в холодильник, чтобы вода охлаждалась, наоборот, наверное, чтобы вода не портилась. То есть если мы пьем здесь, достижение Норвегии, мы пьем воду из-под крана практически, то если вы нальете в кувшин и поставите в холодильник, то вода не испортится, и вы сможете пить не из-под крана, но вот, видимо, из холодильника. Хотя, может быть, какой-то второй смысл есть, я не совсем в этом поняла. Не поливайте газон. Не беда, если газон немного пожелтеет. Это работает в любом случае. Используйте кувшин при поливе цветов и кустарников в саду. Избегайте частого мытья автомобиля. Я уже еще в прошлом году я оставила ролик, где говорится, что мне пришло сообщение на телефон о том, чтобы мы не использовали воду для полива цветов. Так как я думала, что у меня, скорее всего, что это соседи донесли, потому что был такой случай. Но я в то время была прописана на острове, а на острова доставляется вода сложным путем. Очевидно, я не совсем, конечно, понимаю всю эту технологию, но, во всяком случае, трудности там с водой и даже в обычные годы, когда есть вода в водохранилищах. Но последние года довольно теплое лето, это означает засушливое лето в Норвегии, из-за чего, конечно же, вот эти водохранилища, это зеленая эта энергия, не срабатывает, из-за чего и поднимаются точно так же вот цены на электричество и так далее. Поэтому коммуны делали рассылку по жителям острова, чтобы не использовали воду. Бывает, что даже вот по времени или же ограничения какие-то на определенные дни. Ну вот, если в обычные годы мы получаем сообщение об экономии воды, то я не знаю, что будет в этом году в связи с высокими ценами на электричество, на дизель, бензин. И что будет с этими островами, куда доставляется вода каким-то вот другим образом, не как у нас по водопроводу.